Добрый день. Сегодня от господина Гелитея поступила информация, что в результате успешной проведенной спецоперации было уничтожено большое количество боевиков, ну и, соответственно, ранили меня. Так вот, спешу сообщить, жив-здоров и отнюдь не ранен. А вот группа спецпризначения, вот передо мной их удостоверение лежат, приказала долго жить. Я так понимаю, что секретные приказы о награждении, наверное, на награждении посмертно. Альфу брали, группу спецпризначения Гелитея тоже брали. Может, как-то получше их готовить надо, вашу группу спецназначения. Да, и не посылайте больше студентов на такие операции. А то жалко молодых ребят, неподготовленных. Вот их удостоверение. Так что научитесь не врать, господин Гелитея, и будет вам счастье.